автограф ждете? Все нужны. Всем привет, с вами Морпех и это ЦСКА ТВ. Сегодня наша команда, лучший клуб страны ЦСКА, встречается с нашими братскими минчанами, команда Минск. А мы пока узнаем у болельщиков, как же расшифровывается ЦСКА. У меня к тебе всего один вопрос. Может, ты знаешь, а может нет. Что такое в расшифровке ЦСКА? Центральный спортивный клуб армии. Молодец, слушайте, но он все знает. Молоток, наш фанат. Я знаю, вы на работе, но я хотел бы у вас спросить всего один вопрос. Как расшифровывается ЦСКА? Центральный. С. Спортивный. К. Команда. А, не знаю, атлетов. Центральная спортивная команда атлетов. Супер, просто супер. Центральная спортивная команда атлетов. Знаете ли вы, как расшифровывается ЦСКА? Центральная спортивная команда. Команда, да. Не-не, без подсказок. Так нечестно. Центральный спортивный клуб армии. А, не команда? Сегодня сердце разрывается, внутренние чувства такие наполнены разными красками, потому что я белорус, моя родная команда, вот, но тем не менее сердце с ЦСКА. Что касается матча сегодняшнего, я считаю, что все по счету, но интрига сохраняется. Самое главное, чтобы заполняемость была, народ ходит, и вот тут за кадром стоит, иди сюда, это Вадим Галыгин-младший, да. Вообще тоже баскетболист еще тот. Сидим, болеем, переживаем и в одну сторону, и в другую. Но самое главное, что сегодня особых таких нервных потрясений не должно быть, да? Mm-hmm. Минску желаем собраться, а ЦСКА вперед. Да, велосипед хочу, потому что вот нужно находиться все время в тонусе, поддерживать свою ногу в таком разогретом состоянии, чтобы не получить, как говорится, снова травму и полегче зайти в игру. Маш, я тебя поздравляю с дебютом, конечно, но нам нужен дебют на камеру. Я надеюсь, что сегодня он получится. Had the moments where we gave to our younger players some more important tasks, some more important decision making. So these games when we lead a lot, I try to use for the improvement of the younger players, because as much as we will give them now, we can expect more from them when it will really matter. И тоже важно отметить, что мы сегодня дали шансу Ухову, он вернулся в строй, была достаточно пауза для него. Четыре матча пропустил, так что с возвращением Вани. Счастлив наконец-то оказаться на площадке, потому что за ее пределами это уже очень тяжело для меня было смотреть это и не участвовать. И хотел уже, конечно, вернуться побыстрее, помочь команде, что сегодня получилось сделать.
Я ему дал первую передачу, он мне вернул, мы сыграли с Тони пик-н-ролл, я еще раз его нашел, тоже хотел, чтобы он почувствовал эту уверенность и вернулся, я его поздравляю. Никита молодец, конечно, когда партнер находит его на позиции, он уверенно бросает и забивает. Рад за него, что он обретает такую уверенность, нам это нужно. Пусть продолжает в том же духе. Наверное, кураж после предыдущей игры еще, наверное. Не, ну, не знаю, просто пошла игра. Мы хорошо двигали мяч, как я и сказал, много ассистов было. И сегодня мой день попал.